Здорово, товарищи! Welcome! На тебе, Джим! Сегодня занимаемся такой штучкой, которая называется нут гарбансус, турецкий горох. Его надо положить в глубокую кастрюлю. Все это ставим на плиту, затем возьмем, как он уже мягкий, можно свободно налить кипятком. И его варим где-то примерно минута 30, если его, конечно, заранее замочим и оставим на ночь. У нас нут готов, сейчас мы немножко отльем эту воду. Пока нут прохладает, возьмем одну головку чеснока, возьмем чашку нашего замечательного блендера. Тут у меня есть еще немного чеснока. Так, нажмем, почистим. Конечно, вы не должны ставить такое количество чеснока, как я. Я просто это люблю. Так, вы можете себе и меньше. Очень-очень важно, чтобы мы сразу посолили. Потом, чтобы мы туда добавили оливковое масло. Сюда можно добавить немного паприки. И тут у меня есть паста из кунжута. Немножко промешаем. Сейчас мы то приложим в какую-то посуду глубокую. Это один из обязательных ингредиентов для приготовления хумуса. У меня какая-то японская паста из кунжута есть, который производители Израиль, Турция и так дальше тоже подойдут. Сейчас мы это так смотрим. Наши нут промешаем, как-то слишком горячее у блендер не взял. Оставим это все так. Под хумус очень хорошо идет, если у вас есть какой-то хлеб. Мне, например, это очень нравится, такой вариант. Сейчас я возьму противень из духовки. Так, чуть-чуть паприки. С одной стороны это достаточно. О, можно острую, можно сладкую, как кому нравится. Затем оливковое масло. Возьмете один другой кусок хлеба. Немножко сделайте это так, ставите на эту сторону. Провернем все то на другую сторону. Там, где масло это идет вниз. Опять узнем оливковое масло. Так, нальем сверху. Уберем в сторону, значит, наш противень. Не забудьте духовку на 200 градусов, 220. И потихоньку наш нутикус в наш замечательный блендер. Затем добавьте пасту из кунжута, примерно 2 ложки. Опять добавим это так, поможем чудо посолим. Добавим пасту. Немного лимона, это очень хорошо. Возьмем опять оливковое масло. Жидкости достаточно. И сейчас мы то все пропустим через блендер. Вильем всю эту массу. Сейчас мы тут возьмем, брачо, немного зелени. Потом обязательно сверху немного оливкового масла, чтобы не делалась корочка. Духовка у нас нагрелась, сейчас ставим хлеб в духовку на примерно 5 минут. Вытаскиваем хлеб, горячее. Хлеб с оливковым маслом. Возьмем ложку. Добавим наш хумусич сюда. Так, положим на тарелку. Я вам желаю приятного аппетита. С вами были Kitchenaid, Кунжут, Серж, Тевер Джим. Спасибо. До свидания.
je to bilo sve. S vami bili Kičuni, TV Jam, Serge, spasiba, do svidanja.